Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Наэро51Рус. Как говорится, как всегда, у нас спин Тайрос. Значит, сегодня, ребят, поедем на полигоне, как обычно, от Виторгана. Хороший полигончик, мне нравится. Как бы ничего более пока достойного не поднашел из них, из полигонов. То есть свой пока никакой там не соорудил. Так что будем кататься пока на Витином полигоне. Значит, поедем, ребята, катать сегодня будем УАЗ Патриот, который в доработке. Автор модели точно не помню. В игру, ребята, сделал Доктор Дизель. Жанки Колян перетряхнул там в Максе. Значит, вот я остальное все собираю. Значит, давайте выставлю, покажу, что сейчас есть у нас. Значит, из патриотов у нас, значит, по расцветке, значит, будет пак состоять. Значит, черный будет патриот. Так, где он есть? Зелененький. Такой салатовый, да? Белый. Так. Какой еще-то был. Должен быть еще какой-то. Сейчас, подождите, угрублюсь. А, вот, синий еще, ребята. Вот. Значит, вот будет пак 4 патриота. Ну вот видите, в Максе Колянке клиента перетряхнул. Они когда появляются, немножко, ребята, колесики у них там в арочках, в Максе там что-то на Колян слегонцушечки неправильно поставил. Значит, ребята, такой будет патриотик. Да, есть там небольшие недочетики, но я думаю, что это как бы пока бета-версия, поэтому. Значит, по колесам, значит, по комплектам будет. По-моему, ребята, это Корлеоне с буханки колеса. Точно не помню. Да, вроде оттуда. Значит, по вариантам будут вот такие колесики. Будет на всех машинах такой комплект. Да? Сколько их тут? 5. Вот, значит, это будет пак прицепы. Значит, мы сейчас еще доделаем там все это, мы, я наделаю, значит. Так, будет присутствовать запасочка, ребята, на каждом автомобиле там под свой цвет. То есть аддоны все будут одинаковые. Кенгурятник, фаркоп. Все аддоны будут иметь, естественно, ремонтные очки. То есть так, тут запаска, значит, будет 150, кенгурятник 250, фаркоп 100, пороги, ребята, ставятся 150, значит, рейлинги 150, фары ставятся еще на рейлинге 100 очков, да? Угу. И на рейлинге еще цепляется туля. Ну, пока что 2 очка. Сейчас пока мы тестили, гоняли 2 очка, значит, будет гаражных и 800 ремонта. То есть вот, в принципе, они все будут в таком, скажем, комплекте, да? То есть все будут. Колесики сейчас обуем разные колеса. Так, пересядем черный, также все накидаем.
что каждой машине по цвету будет своя запаска, ребята. То есть, как вы сами заметили, да? То есть, у всех все будет свое. Пересаживаем все еще синий. Давайте сразу соберем. Ага, колесо не достанет на черном, да? Давайте на черном. Третий комплект колес. Такой, например, да. Давайте пересядем на синий. Цвета выбирал, ребята, по цветовой гамме. Как продаются вот у вас патриоты. То есть там еще есть, в принципе, такой красный или вишневый цвет машины, да. Ну, что-то не знаю, делать его не делать. Как бы 4 машины. Ребята, все работает в мультиплеере. Автомобилей пока что, прицепов нет еще пока. Значит, вид из салона. Водила у нас, естественно, присутствует. Так, вроде все приятненько. Упс, не то нажал. Вот. Прицепы, значит, еще буду смотреть. Что там, как и где и почему. Вот. Звук будет дефолтный автомобиль, ребята, от УАЗа. Пока, значит, то есть я ничего не придумывал тут. Не мутил. Стоит дефолтный звук. Так, давайте перескочим еще сюда, и будет второй пак. Значит, автомобили, это спецтранспорт будет. Будут у нас машинки. Значит, где она есть-то? Угу. Будет машинка дорожно-патрульной службы. УАЗик. Вот он у нас такой. Зарисованный цвет такой, ближе к серенькому. То есть он не белый. Все с телефончиками, доверие там. Жалко, конечно, на модельке отсутствуют номера. Ну, бог с ним, как бы, ладно. Что есть, то есть. Значит, будет присутствовать также, ребята, кенгурятник, ставится в парков, пороги, запаска, мигалка, ребята, будет обязательно. Значит, кому будет интересно, значит, да, в принципе, наверное, даже я, когда буду выкладывать отдельно этот пак, то есть звук от сирены, я вот этот запихну туда. А, ну тут еще, ребята, пока не знаю, дровами сделать или просто, как говорится, одним очком гаража, очком. Ну, один человек, одно очко, да. Будет такой Володя Бандит тут сидеть. Не знаю, возможно, я сделаю его загрузкой. Такой вот грустный бородатый дядька будет сидеть. Вот. Или попробовать его, я не знаю, сделать, чтобы он грузился на этом самом, на лесоповале. Бревнами там какие-нибудь 2 очка загрузки, чтобы было. Значит, еще будет, ребят, присутствовать вот такой спецтранспорт. Это у нас будет у вас патриот патрульно-постовой службы. Ну, также сюда можно посадить пока Володя Бандита. Значит, поставить запасочку. Рейлинги на нее ставятся, в отличие от гаишной машины, от ДПСной, потому что тут мигалка очень большая. Поэтому, значит, ставят свои мигалочки тоже. Кенгурятник, фаркоп, но я думаю, прицепы тоже будут таскать, как бы, эти машины. То есть можно будет, в принципе, ими отыграть карту, то есть отвозить там
те же самые дрова там, гараж открыть и так далее. Также тут присутствовать будет сирена. Вот, ну общался еще тут с Ромой, который помогал мне как бы тестить эти вазики в мультиплеере. Значит, возможно, что еще будет из спецтранспорта, возможно, будет еще машинка МЧС, Патриот. Я думаю, третий вариант. То есть вот. Ну а так, в принципе, то есть будет два отдельных пака. В итоге, в принципе, как только все соберется, буду выкладывать все это дело в общак, да. Но пока еще, вы видите, пока еще собираю. Ну, давайте прокатимся, наверное, на полицейском ДПСном УАЗике, да, по полигону. Значит, разведемся. Естественно, ночью все это, ребята, будет обалденно смотреться. Все, красота. На моде стоит синхронизация света, то есть в мультиплеере вы будете видеть друг друга, вот как сейчас стоят машины, светятся, то есть весь свет, все вот эти реснички, подфарники, нижние противотуманочки, значит, вот эти фонари на кенгурятниках, мигалки, фонари на рейлингах вот тут наверху, около Тулы. Все это, ребята, будет видно в мультиплеере, когда будете играть друг с другом в одной игре, да, то есть все рабочее, все обалденно работает, все обалденно светится. Вот. А, ну, плюс автоматическое включение будет дальнего света, то есть, видите, днем светится ближний свет и включается дальний, да. Ночью, вот смотрите, при включении сейчас ближний свет горит, да, ночью при включении включается еще, ребят, дальний свет. Также можно мигать этим же дальним, как и днем, в принципе. Вот. Ну, давайте прокатимся. Посмотрим на проходимость данного УАЗа. Анимация, ребят, подвески. Анимация карданов присутствует. Вот. Причем, когда уже начал тестить сейчас в мультиплеере, обратил внимание, что карданы-то, ребята, в мультиплеере даже на дефолтном транспорте, когда играешь, у вашего напарника по игре не видны. Что-то даже как-то мне это стало странно. Я тут начал сначала паниковать, что почему на моде не видно карданов. То есть, как бы, когда играешь на своей машине, видно, а если, как бы, переворачивается ваш напарник, подъезжаете, у него карданов нет. Я думал, что это косяк, как бы, что-то с модом, но в итоге... Но в итоге, ребята, запустили, пересели на дефолтный транспорт, ну и на дефолтном транспорте то же самое, как бы, у вашего напарника по игре карданов в мультиплеере на дефолтных машинах не видно, то есть вот так вот оно все как-то увидит. Я думал, это косяк на моде. Вот. Что-то даже не помню, раньше отображались карданы, не отображались в мультике у вашего напарника на дефолтном транспорте. Надо будет старое видео где-нибудь посмотреть, полазить и уже определиться. То есть, в принципе, подвесочка рабочая, мягенькая такая. Телефончики, ребята, на машине все реальные. Залез специально в интернет, посмотрел, переписал номера, так что... Имейте в виду, можно по данным номерам... позвонить действительно в дежурную часть ГИБДД города Мурманска, Мурманской области, да. Также
телефон доверия, который прописан, тоже реальный. Вот. Будем придерживаться реализма, скажем так. Такая машинка, проходимость, в принципе, у него замечательная, у Патриота. Тащит отлично. По поводу прицепа, я говорю, еще пока определяюсь, что и как там перетащить, что лучше поставить. Скорость, в принципе, я считаю, что нормальная, достойная такая, даже видите, подзаносит его. Естественно, у милицейских УАЗиков будет, у полицейских, милицейских, будет скорость слегонца повыше. Надо же как-то будет догонять хулиганов, пьяных водителей, поэтому... Имейте в виду, что полицейские тут будут побыстрее. Так, ух ты, поплыли, е-мое. Не знаю, еще возможно шноркель у меня. Посмотрю, если он подойдет и встанет нормально. Возможно, еще аддоном будет шнурком на данном автомобиле. Значит, данного автомобиля, ребята, в стиме не будет. То есть будете качать его на сайтах, в группе. Также будут ссылочки, когда будет выложена доработка. Значит, будет ссылочка и под видео на канале. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, будут розыгрыши. Как только на канале будет 2000 подписчиков и также в группе 2000 участников, да? Так что имейте два розыгрыша в виду, что будет два розыгрыша по играм. Игры будут лицензионные, стимовские. Так что не упускайте момент, делитесь видео, делайте репосты, ставьте лайки и так далее и тому подобное. Значит, вот после последних двух розыгрышей уже, я думаю, буду дальше розыгрыши вести по каналу, по подписчикам. То есть, естественно, вы будете, чтобы участвовать в розыгрыше и победить в розыгрыше, да, стать обладателем лицензионной игры, которая будет на розыгрыше, обязательно должны быть подписаны на группу. Ну и думаю, что каждые 500 человек, наверное, на канале будет розыгрыш игры. Значит, пока что я так думаю. Значит, после того, как 2000 в группе и на канале там будут, пройдут розыгрыши, буду уже дальше розыгрыш делать по каналу. Вот. Ну и обязательно вы должны быть подписаны на канал и на группу. Так что вот, и возможно еще у меня есть второй канал. Сейчас пытаюсь его запустить по ИТС-ке. Пока он там назван. Значит, тоже, ребят, туда подписывайтесь. Ссылочку найдете в группе. Также на моем канале, там он у меня в подписках есть. Так что подписывайтесь туда. По ней тоже будут проводиться розыгрыши и конкурсы. То есть. Так что имейте в виду. Вот. УАЗик, проходимость хорошая, но засадить его тоже, в принципе, можно. Тестили в мультиплеере, засаживали данный автомобиль. Ну, по аддонам, естественно, побольше прописал ремонта, потому что машинка, скажем так, внедорожник, более скоростная. То есть урону прилетает у него больше, поэтому ремонту побольше, естественно, поднакидал. Там, где аддонов будет поменьше, то есть вот на этом гаишном, ДПСном УАЗике, да, нету рейлингов там,
будет минус там по адунам, по ремонту, то есть это все прописывается в запаску. Вот ребята их создали вроде. Сейчас давайте понижайку. В принципе, доехал, но почти до конца, то встал, поставил в конце, елки. Без лебедки уедем, я чувствую, по-любому. Давай, родной, не подведи, копай. Улица говнище. Мы почти ж выехали, ё-моё. Давай чё, маленькими рывками. Всё, пошёл. Пошел, давай. Вот опять не знаю, галочки, ребята, сейчас буквально 5 сек. Упс, не туда. А, ну все, снял. Сорян. Как говорится, да? Чего можно на автомат переходить? Щелкну скрин. Проходимость, в принципе, я говорю, у него такая отменная, то есть отлично. Рёт, отлично копает. То есть, ребята, полицейские машины будут отдельно, отдельным паком. То есть, возможно, еще появится МЧС машинка к этим машинам спецтранспорта, да? Вот. Наверное, сначала выйдет обычный пак УАЗа, да? Сюда я не вижу, ну давайте, ладно, бог с ним. Что, на полигоне все равно. Попробуем тут проскочить на нее. С урона, наверное, поналовим. Опа, да. Да что-то с Pinterest Plus, я не пойму, как он у меня там настроен, короче. На кой болт вообще вот эта балда тут нужна, я не знаю. По сути говоря. На полигоне вообще. Могу понять, вот подвесочку проверить, такие вот. Ну, отлично. Можно проверить работоспособность, да? Ну, можно обновить, конечно. О, все, поплыли, короче. А, назад. Что сделали сейчас, блин, машина. Жопа плавает где-то наверху. Нифига не есть. Раньше вроде проезжала под водой. Сейчас как подводные лодки были. Сейчас все вывешивается, плавает.
двигателем, ради интереса, скорость даже как бы еще ни разу не смотрел, сколько он там сжимает. Давайте прокатим его. Увидим состояние буквально до первого поворота. Да и я считаю, больше-то и не надо тянуть. Вау, вот это мы плюшку закрутили. Видите, ребята, машина резвая, как бы отключаешь, когда вот полный привод, дифференциал, там машина начинает аж в дрифт уходить. Так что будьте осторожны, блокировками пользуйтесь правильно, как говорится. Машина бодрая. Вот. Значит, вот что-то, короче, что-то из этого пока что получается. То есть мониторьте, ребята, в группе, подписывайтесь на канал, естественно, делитесь видосом. Вот, прямые трансляции, ребята, через Good Game буду я вести. Также на канал Twitch проходите, на мой, то есть там можно будет смотреть трансляции мои, которые буду я делать, проводить. Значит, все ссылочки, ребята, повыкладываю в группу, естественно. Так что вот такой обзорчик на вас, Патриот, пока, значит, бета-версия это будет. Я думаю, что в дальнейшем будет и нормальная версия УАЗа, но это как бы первое. То, что собирается, то, что делается. Вот. Возможно, что-то потом появится более лучше, посвежее, поприкольнее. Тут после конверта, ну, есть небольшие косячки у Макси. Ну, в принципе, как бы я на них сильно внимания не обращаю. То есть, в принципе, меня полностью данный мод устраивает. Как бы и по текстуркам, и по всему остальному. То есть все вроде лично мне нравится. То есть вот мое мнение, как бы мнение промы, с которым мы катали мультики. То есть я считаю, что и вам тоже понравится, когда данная доработка выйдет в общак, да. Так что мониторьте, ребята. Сейчас уже по большому счету я думаю, что, наверное, все-таки соберу для спецтранспорта еще машинку МЧС. Вот. И начну уже цеплять прицепы. Я думаю, что, наверное, в течение месяца получится у меня по времени там доделать все это дело и выложить. Так что все, с вами был Драйвер51Рус. Всем, ребят, удачки, хорошего настроения. Вот-вот уже скоро весна вроде, так что все. Надо уже больше улыбаться, готовиться к отпуску и так далее. Так что все. Всем удачи, всем пока. С вами был Драйвер51Рус. Подписывайтесь на канал и группу.